Здравствуйте, с вами магазин Автозвук UA. Сегодня мы рассмотрим комплект ксеноновых ламп от компании Винца на цоколь H3 с температурой свечения 6000 Кельвин, артикул 713-600. Поставляется комплект в фирменной упаковке. Внутри находятся две ксеноновые лампы, также гарантийный талон. Лампы мощностью 35 Вт. Поставляются в защитных пластиковых колпачках для того, чтобы не повредились при транспортировке. Питание подключается 12 вольт с помощью стандартных проводов подключений. К блоку розжига ведут три разъема. Два, которые поменьше, идут стандартом CAT. Есть еще стандарт разъемов AMP. Это желательно знать при замене и выборе отдельно ламп. Вторая лампа абсолютно идентичная. Одну из ламп подключим к блоку розжига. Подключение очень простое, все подключается разъем в разъем, разъемы индивидуальные, перепутать не получится. Таким образом, лампа готова к подключению питания, сейчас подключим и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем 12 вольт, лампа загорается, в течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Как правило, ксеноновые лампы всегда очень ярко отсвечивают, поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенона в автомобиль нужно выставить правильную светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. Цветовая температура в данном комплекте заявлена 6000 Кельвин, как мы видим, она такова и есть. При покупке на комплект ламп обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.